Всем подписчикам привет! Наступила пора сбора урожая фруктов и ягод. Есть такие ягоды, это вишня, которые растут достаточно высоко, и срывать их без лестницы иногда проблематично. Придумал я устройство для сбора этих плодов. Посмотрите, как оно работает. Я покажу близко вам. Это устройство, головка подводится под ягоду. И вот так вот ведется, срывается ягода. То есть попадает вот в эту вот, скобу. И она по трубе из головки прокатывается вниз. Внизу укреплена 5-литровая емкость, обычная бутылка на 5 литров. А труба — это сантехническая труба диаметром на 40, которая заканчивается головкой. Головка — это переходник с этой трубы с 40 на 50, и к ней привязана скоба. Скоба из проволоки, изоленты, то есть загнута проволока диаметром 1 мм. И она подвязана к этому переходнику изолентой. А сам переходник одевается в эту трубу. Ягода, срывая, попадая в эту расщелину, скатывается вниз и попадает в бутылку. Для того, чтобы не разбивалась, можно эту бутылку чем-то укрепить. То есть вот подводится скоба и сдергивается. Ягода срывается. Подводится скоба и тянется. Видите, да, ягоды? Скатывается. Но есть не созревшие они, не очень. А вообще, вот она. Видите, да? Подводится скоба к ягоде и срывается ягода. Ну вот некоторые падают мимо, но в принципе вот она. Посмотрите, где вся ягода. Вот ягода вся у нас. Вишня в бутылке. Для того, чтобы не билась, можно подстелить что-нибудь. Вот ягоду я, вишню, подвожу высоко растущую и тяну. Вон она попадает вся у нас в эту бутылку. То есть таким образом, не применяя лестницу, можно обобрать всю вишню. То есть подводите и срываете. Ну вот она немножко мимо пропадает, но в основном скатывается. Еще раз устройство это. Это скоба из проволоки и труба с переходником. Приятного сбора. Таким устройством можно собирать сливу, вишню, яблочки с верхних кустов. То есть эта труба длиной 2 метра, она достает достаточно высоко. Можно срывать все это без лестницы. Вот она вся у нас здесь. Смотрите. Подписывайтесь на канал. Приятного сбора полностью урожая.